Вставай, Соня. О, вставай, давай. Мам, выходной. Выходной же. Давай, давай. Кофе ждет. Еще 10 минут. Так, 10 минут и все. Хорошо. Всем привет. Это 11-й выпуск новостей. 11 – много это или мало? Моя жена, может быть, считает, что мам, это мало. А где зубная паста? Что? Зубная паста. Зубы чистить. Где? В ванной свет где? Не могу найти. Мам, не могу найти. Иди сюда, пожалуйста. Ой, Света, ты у меня как маленькая. Как маленький ребенок. Так, где зубная паста? Так вот. Лежит перед тобой. Прям перед тобой, перед твоими глазами. А, вот, вижу, вижу. Так, давай-ка просыпайся. Давай-ка просыпайся. Мой руки, мой щеки, чисти зубы. А ты что такая веселая сегодня? Я всегда такая. Я всегда веселая. Так, давай быстрей, кофе стынет. Это норм. Напомню, к юмору передача не имеет никакого отношения. Поэтому, возможно, нас купит Comedy Radio. А если мы заработаем с этого шоу хотя бы 1000, то Comedy Radio купим мы. Начинаем. Мам, а где моя рубашка? Какая рубашка еще? Белая. Белая такая рубашка моя. В шкафу, Света, ну, наверное, в шкафу. А, вот, нашла. Ты идешь? Иду, иду. Свет, боже мой, какая ты медленная. Все делаешь медленно. А ты быстрая, да? Да, быстрая. А я медленная. Ой, кофе свежий. Оладьи на подходе. Оладьи? Я люблю оладьи. Кофеек. Оладьи. Так. Мед, масло. А я не люблю мед. А я люблю. Я люблю. Так, давай, давай, ешь. Не разговаривай. У нас большой день сегодня. Ой, это птицы так чирикают. Ничего себе. Открой окно. Открой, открой. Открываем. Слушай, как поют. Так громко. Обалдеть. Мам, ты сказала, что сегодня большой день. Да, большой. В смысле? В смысле? У тети Тани сегодня день рождения. Сегодня? Сегодня. А ты чё мне ничего не сказала, мам? Я тебе говорила. Не говорила. Говорила. Не говорила ничего. Говорила, говорила много-много раз. Ой, что это было?
мне надо маникюр сделать и подарок купить. Что купить? Подарок, подарок. Презент. Не волнуйся, не переживай. Спокойно, покуха, пей кофе. Я все купила. Купила? Что купила? Ваучер. Смотри, вот ваучер. Салон красоты. А, я знаю этот салон красоты. Я там была. Ей понравится. Она любит маникюры, педикюры всякие. Мам, ты такая организованная. Тебе менеджером надо быть. Как я и так менеджер. Ну, ты поняла. Внимательная ты, короче. Мне это в тебе очень-очень нравится. Ты классная мама. Ой, кто-то в хорошем настроении у нас сегодня. Комплименты раздает. Спасибо, дочь, спасибо. Очень приятно.